большой скандал. Ну, просто там, это же 50% в пользу Единой России. Ты так задаешь вопрос, кому же это все выгодно? Вот. Ну ничего, ничего, история рассудит. Сейчас вот нам про Сталина расскажут, что было 50-60 лет назад, а потом лет через... Конечно, хотелось бы, чтобы раньше. Про Сталина-то уже забыли. Да, хочется. Вот хочу дожить до того, чтобы увидеть Путина на нары. Не доживете. Ну вот хочется. Не доживете. Запомните. Можно я вас прошу, у вас тоже надежда на президента? Нет, у меня надежды на президента никакой нет. Я абсолютно уверен в том, что вынуждены или добровольно скоро не могут его остановить. Три года назад, когда вышло сообщение, все, кто сегодня был, кто сегодня на монетных выступлениях, 10 лет назад, да, они верили в том, что демократия решит проблему сегодня. Вот мы верим в демократию, но очень многие не верят, те, кто не верит больше, чем нас. Вот по поводу демократии, все-таки вот вы там, лидер демократической партии, это инструмент или цель, которую вы достигли? Или это инструмент для того, чтобы с помощью этого инструмента слышать людей и решать насущные проблемы? Больше нет, таким способом сделать выбор. Я бы сказал так, наверное, человечество не придумало ничего лучше. Вот, ничего лучше политического представительства, свободной прессы, независимых судов человечество не придумано. Вот опыт, поставленный опыт истории, да, поставленный, так сказать, жестокий эксперимент. Есть страны, в которых это есть, есть страны, в которых это нет. Страны, в которых это есть, живут лучше, чем те, в которых это нет. Вот и все, в которых этого нет. Но кроме того, лично для меня, свобода самооценки, она просто самооценка, понимаете? Вот ради этого начал попробовать. Вот. Поэтому для меня вопрос не только в прагматическом эффекте там, демократических выборов или свободной прессы и так далее. Это то, ради чего стоит жить. Ильин говорил, что жить надо ради того, ради чего готов умереть. Свободу! 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 Тут уже стараешься. Здравствуйте, Юрий. Я вас сразу поправлю. Я работаю не в суде. Алло, привет, что там? Путин, уходи! Раз, два, три! 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 А если так, то я могу найти? Меня оставь ее уже. Я надеюсь. Проходим, задерживаемся. Позор! 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 Позор!
одиночный пикет. Даже сейчас у нас одиночный пикет. Я стою один. Одиночный пикет, в чем проблема? Ну это они каждый сам по себе, а я стою один, да. А что я парень? А за что? А что такое? Ну что случилось? За что? Объясните, за что? Позор! Пойдем поближе к концу. Не схватили. Ребят, давайте играем. Фашизм не пройдет! Я, честно говоря, вообще не понял. Я не знаю. Это я просто спрашиваю, что я не знаю. Да? Вы сейчас хочешь меня знать? Вы поймете, чего. Друзья, совершается преступление! Незаконно пытаются задержать правозащитника! Давайте, преступление милиции! Не пускайте! Одиночный пикет! Пожалуйста! Давайте, ребята! Вот это! Освободите проезжую часть! Освободите, пожалуйста! Уважаемые граждане, освободите проезжую часть.
Вызови милицию! Сейчас! Милиции здесь нет! Вызови милицию! Куда вы тащите женщину? Ну куда? 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 Отпусти ее! Отпусти ее! Отпусти ее! Отпустите ее! Позорники! 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 Тараканы! Тараканы в черепушках! Мозгов вам не надо! У них шлем! Дебилы! Герои, герои фиговые! Я тут не могу.